Знаменитый российский юморист Евгений Петросян, несмотря на солидный возраст, продолжает вести активную жизнь и даже гастролирует по всей стране. Из-за плотного графика выступлений и высоких нагрузок у артиста, по всей видимости, начались проблемы со здоровьем. Подтверждение тому недавние фото, которые комик опубликовал на своей странице в Инстаграм. На снимке на Петросяна видны наложенные на колени специальные обезболивающие тейпы. Поклонники артиста забеспокоились, а врачи высказали свои предположения. Типирование активно применяется при повреждении коленного сустава или мышц, связывающих суставную поверхность. Евгений Ваганович дает концерты, на которых по 2 часа проводит на ногах и, скорее всего, страдает артрозом коленного сустава, предположил в беседе с «Экспресс-газетой» ревматолог Михаил Кицис.